С днем пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября, орловчан поздравил губернатор Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Пузалевский. Лично для меня в душе понятие «пожилой человек» как-то не укладывается, потому что зачастую, видя вас, встречаясь с вами на многих мероприятиях, я понимаю, что у многих людей, кто прожил насыщенную жизнь, энергии гораздо больше, чем у многих представителей молодого поколения. Поэтому хочется, наверное, поздравить вас с замечательным праздником. Людей, кто строил область, кто восстанавливал нашу страну. С праздником людей, кто имеет богатый жизненный опыт и кто имеет желание и возможность передавать его нам. Я хотел бы искренне поклониться вам в ноги за ваш подвиг, за то, что вы и сегодня несете очень важную и нужную информацию для нашей молодежи. Сегодня я хотел бы поблагодарить и Совет ветеранов войны и труда Николая Максимовича Кутузова. Концерт для бабушек и дедушек стал подарком от воспитанников театральных студий Орловского городского центра культуры. Дом под крышей голубой. Так по-теплому назвали праздник, приуроченный ко дню пожилого человека.